новая политическая партия, которая так и называется «Новые люди», выходит на выборы в городе Краснодар 13 сентября в единый день голосования. Мы выставляем своих кандидатов, их 38 человек во всех округах Краснодара, на выборы в горсобрание. Мы рассчитываем на поддержку горожан. Мы хотим взять как минимум 15%, пройти в городскую думу и создать там свою фракцию. Тридцать восемь человек это краснодарцы, каждый из которых имеет свой опыт. У кого-то есть образовательные проекты, у кого-то есть медицинские проекты, есть экологические проекты. Вот 38 новых проектов краснодарских мы будем продвигать на выборах гордумы. Партия «Новые люди» – новая политическая партия, которая объединяет людей, не имеющих за собой багажа прошлых ошибок. Это новые люди, требования к каждому кандидату от нашей партии, чтобы люди имели свой социальный проект, свой социально значимый проект, который мы поддерживаем в городе. То есть мы будем выходить с целым набором местных интересных социальных проектов, которые расскажут всему городу о том, что такое партия «Новые люди» и почему вместе с нами надо идти в светлое будущее.